Урсула фон дер Ляйен, это значит, что та внешнеполитическая повестка, к которой мы привыкли за последние 2 и за последние 5 лет, то есть с предыдущих евровыборов, продолжится абсолютно в том же русле. Вот до тех пор, пока там ничего такого не произойдет, не бабахнет, скажем так, в переносном смысле, ничего не изменится. Европейский Союз продолжит кормить Украину. На самом деле, нет, конечно же, в общем-то, даже для судеб мирового масштаба гораздо важнее, кто будет следующим кандидатом от Демпартии, от Демократической партии. Но американцы предпочитают обращать внимание, если вдруг у Байдена появится какой-то фурункул, то это будет гораздо важнее, чем кто будет его преемником.